Ну что, хочешь такие железки? Тогда побеждай. Нет побед, нет запчастей. Хочешь, чтобы твоя тачка выглядела стильно? Для этого есть обвес. Из любой телеги можно сделать концепт-кар. Были бы деньги. Здесь ты найдешь все необходимое для того, чтобы превратить обычную машину в гоночный болид. Пора заняться двигателем. От этих деталей напрямую зависит количество лошадей под капотом твоей тачки. Каким бы мощным ни был двигатель, без хорошей трансмиссии он бесполезен. Кроме того, здесь можно усовершенствовать коробку передач. Хорошая резина тоже не помешает. Чем лучше сцепление с трассой, тем выше управляемость. Даже из твоей клымаги можно сделать красавицу, если как следует поработать. Как видишь, тут есть обвес на любой вкус. Из любого корыта конфетку сделаешь. Стандартная комплектация — это для простых смертных. Тебе же нужны особые запчасти. Аксессуары — это такие крутые штучки. Добро пожаловать в мастерскую покраски. Здесь можно перекрасить не только всю машину целиком, но и отдельные ее части. Once again, we hit the nail on the head. It's dedicated to the ladies and my so-called friends. Smile in my face, then behind me talk trash. Здесь можно купить классные спонсорские наклейки. Пусть все видят, чьи детали стоят на твоей тачке. Аппликации — это такие огромные стикеры, которые приятно разнообразят внешний вид твоей машины. Выбирай на вкус. Hey, don't get W.
throw it to you. I'm from Hollywood, I come from the hood, but I'm used to it. If your rear view shaking and your seat's vibrating, when it Нет, но молодцы. Я дал им шанс. Они его прохлопали. Думаешь, ты круче всех? Докажи. И может быть, я тебе помогу. Слушай, пацан, ты доказываешь мне, что не лох. Я даю тебе крутые запчасти. А ты потом постараешься не забыть, кто сделал тебя чемпионом. Теперь твою машину можно считать знаменитой.